Что, если твой муж выпивает? Он пьет алкоголь. Пьет его много и часто. Конечно, это не сразу произошло. Ты бы не вышла замуж за такого человека. Ты была уже в беспокойстве лет 10, а может 15 тому назад, когда ты заметила, что муж теряет контроль и выпивает иногда слишком много. Но с тех пор ситуация с года в год только ухудшается. Он пьет больше и больше, все больше и все чаще до той ситуации, довел, которая есть сегодня, до критической ситуации, когда пострадала вся семья, его здоровье сильно пострадало, психически, эмоционально пострадала жена, опускаются руки, жить не хочется, нету как будто надежды уже на лучшую жизнь. В этой семейной жизни не то, что любви нет, это место страданий, боли, стыда, агрессии, грусть. Это атмосфера семейная. В семье, где есть алкоголик, где муж пьет. И ты, возможно, за эти годы использовала много способов. Много раз говорила ему, уговаривала, просила, умоляла, кричала. И все это не помогло, муж продолжал пить. Кажется, ситуация сегодня уже без выхода. На самом деле, мои друзья, дорогие жены, я не пью уже 13-й год. И чувствую себя хорошо. У нас в семье хорошие отношения. Мы справились с этой проблемой. Моя жена больше всего мне помогла. Я очень благодарен моей жене за то, что она мне помогла бросить пить. Она тоже пыталась помочь мне многие годы. Всеми своими способами, усилиями. Она страдала и пыталась мне помочь решить эту проблему. Я иногда, не всегда, но признавал, что у меня проблема есть, и я не знаю, как с этим справиться. Моя жена успешным образом помогла мне бросить пить только тогда, когда она столкнулась с людьми, которые владели правильной информацией на тему этого заболевания. Когда ей сказали, как нужно помогать мужу бросить пить. И когда она столкнулась вот с этими правильными советами, через короткое время все поменялось. Она повлияла на меня, я пошел на лечение, я бросил пить, моя жизнь коренным образом изменилась. Я очень благодарен своей жене, что она нашла эту информацию. И так как она самый близкий человек, она имела самое, наибольшее влияние на меня, на мои решения. Если вы находитесь в таком семейном положении, где у вас присутствует алкоголизм в семье, обращайтесь за помощью, за правильной информацией к тем людям, которые это сделали успешным образом, вышли из этой проблемы. Звоните мне, моей жене, и спрашивайте, как бросить пить.